Прикамская спортсменка Виктория Лазаренко оттачивает трассу перед Олимпиадой в Пекине. Предолимпийская подготовка по дисциплине «Могул» проходит в финском городке Кусама. Женская команда полностью состоит из 4 воспитанниц Чусовской школы Олимпийского резерва. На игры в Пекин также отправляются Анастасия Смирнова, Анастасия Первушина и Полина Чудинова. Все девушки сейчас тренируются от 4 до 6 часов в день в специальных условиях. У нас вечерние тренировки, потому что соревнования будут в темное время суток под освещением. И мы тоже планируем тренировки под такие же условия. У каждого свой план. Но здесь сборная Японии, кроме нас, сборная Австралии, финская сборная, тоже олимпийская. Вот, на этой же трассе готовится, на которой мы тренируемся. Стоит отметить, что в этом году для Прикамья произошел беспрецедентный случай. В расширенный список для участия в Олимпийских играх в Пекине было заявлено 26 спортсменов из нашего региона. Сегодня уже подтверждены участники 9 человек. Это те ребята, которые точно едут, и спортсмены Пермского края, на Олимпиаду в Пекин. Среди них наша лыжница Мария Истомина, биатлонистка Валерия Васнецова, которая сегодня достаточно уверенно выступает в сборной, и наша сборная на женских эстафетах занимает достойные места. Из парней у нас принял участие Евгений Климов, наш известный прыгун с трамплина. В состав сборной вошли прикамские саночницы Татьяна Иванова и Екатерина Катникова. Пермские фигуристы Михаил Назарычев и Юлия Артемьева вошли в резерв. Еще 2 наших спортсменов по дисциплине скикросс ждут решения апелляционного суда по допуску к Олимпиаде. 24-е зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля в Пекине. Валерия Ермакова, Владислав Рашидов, телекомпания «Ветта».